Ты гитару почему-то обнимаешь. Видимо, с гитарой ты больше будешь. Какой-то дежавю. Было уже где-то такое, да? В каком-то выпуске дневника саксофонистов. Так у тебя они все одинаковые получатся. Да. Но репертуар у нас разный. Обязательно. Каждый потрясающий кораблик. Паша. Утренний лайфхак. Как сделать, не пришивая? Все нормально. Мы нервки сами будем включать, потому что я буду.
давайте бурными аплодисментами встретим нашего жениха Константина. Уважаемые гости, встречаем самую красивую и самую нежную невесту Ирину. Сегодня вы положили начало долгой и счастливой жизни. Дорогие молодожены, сегодня у вас... Найдет и вставит там куда-то, чтобы неприятно будет. Все извинилось за 2 секунды. И она, видимо, хотела, чтобы я ей ответил, а она мне тоже не сказала. Да? Я пришел тебя сфотографировать с животом. Чего, помнишь? Помнишь, что ты в соседнем зале или что тут делаешь? Я пришел тебя сфотографировать с животом. Да, ты не какой срок-то у тебя? Нормальный срок. Видишь, я хочу с вами Арсайна. Кто, мальчик или девочка? Мальчик, только мальчик у меня. Там, да, ведущий будет, ведущий будет. Ну, я знаю, первым я решил стать программистом, второй
стать? Саксофонистом. Второй футболистом. Я так не знаю, кем будет. Ты играть будешь или чего? Я в соседнем зале. Не мешал вам? Я вообще не слышал. А вот я слышал вас.